На конкурсе дети читают стихи. Выступает участник под корытом Григорий. Возраст 6 лет. Комсомольский район. Елена Кравченко. Стихотворение о маме. Только мама нас любит не за что-то, а просто. Только лишь потому, что мы есть, мы живем. Только к мамам идем мы по важным вопросам. Только им свои беды, проблемы несем. Посвящаем мы мамам успехи, победы. А в День матери, в праздник любви, мы желаем, чтоб их миновали все беды, чтоб их дети им только лишь счастье несли.